Компания Microsoft опубликовала статью, в которой анализируется деятельность платформы Virtual School в Азербайджане. Об этом написал на своей странице в Facebook министр образования Эмин Амрулаев. В статье подчеркивается, что платформа Virtual School, у которой более полутора миллиона пользователей, обеспечивает процесс обучения учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений. Дав высокую оценку опыту Азербайджана, компания оценила применение инновационных технологий в образовании и будущие перспективы данного обучения как успешные», — отметил Амрулаев.